Так, ребята, немножко какие-то проблемы с интернетом, но ничего страшного. Я надеюсь, вы меня уже видите. Всем привет! Сегодня у нас будет не чат-рулеточка, сразу предупреждаю. Всех, кто ждал чат-рулетку, можете расходиться. Сегодня будет общение просто со мной любимым, как вы об этом мечтали, помните? Так, что там? Что-то началось, нет? Может немножко отставать, поэтому чуть перемотайте, там будет все работать. О, все работает, да, прекрасно, ребята. Ну, сегодня у нас такой будет вопросы, ответы, чатик, все как вы любите. Я не знаю, зачем я в наушниках сижу, ну, вы просто так привыкли, поэтому, чтобы вас не травмировать лишний раз. Сегодня главная тема, главная тема, это Аркадий Бабченко и его убийство, в которое мы все с вами поверили вчера, все уже успели погрустить. Э, многие уже написали, что э, злочинна Влада, импотентная, никакая, никто не работает, спецслужбы не работают, МВД не работает, все пропало, мы все умрем и все остальное. Ребята, насколько приятно, что, во-первых, Аркадий Бабченко действительно оказался жив. Сегодня на пресс-конференции СБУ он выступил. Оказалось, что это все было часть, часть спецоперации наших спецслужб. Это, я считаю, не красавчики. Длительная операция, два месяца, он жив, все нормально. Никто его не убивал. Это все была инсценировка для того, чтобы убедить заказчика этого убийства, убийства заказчика, убедить в том, что задание выполнено и все нормально, деньги отработаны для того, чтобы его взять э, с поличным, так сказать. В общем, я, ну, я восхищен. Просто это, во-первых, как это было все подано сегодня на пресс-конференции, э, как глава СБУ сначала это с грустным, голосом там все вот ушел из жизни, ну там конечно такого не было, но на самом деле выглядело все так, как будто мы действительно э трагическое это все случилось и э и тут выходит бабченко абсолютно живой и здоровый это было конечно шикарно там и журналисты такие были в шоке в общем э о чем я хотел поговорить с вами то есть э то что Спецслужбы у нас есть. Это прекрасно. Вообще, это... То, что они работают, то, что СБУ работает, это... Я считаю, это вообще зачет. СБУ молодцы. Многие, знаете, вот всегда думают, что спецслужбы, это должно быть что-то такое. Какое-то шоу там... Нам всем должны докладывать, как наши там... Понимаете, вот работа СБУ, она не видна. И вот когда она не видна, это значит СБУ работает. Вот когда ты не боишься ездить в троллейбусе, да, там, э, ходишь домой, не боишься ребенка отпустить в школу. Когда журналист, оппозиционный из России, не боится, что его убьют здесь. Ну, как бы. Вот, вот это работа наших спецслужб. И меня радует, что наши спецслужбы свои задачи справляются. Огромный им за это респект. На самом деле это круто вообще. И э, это, конечно, вот я жалею, что они отправили конференцию сегодня. Блин. Нужно было не раскрывать карты, по крайней мере, до сегодняшнего вечера. Для того, чтобы э, по их всем телеканалам по-российским раздули вот это все. Раз, так, как э, понаписывали в комментариях, что там наши импотентные эти все службы. Ничего за 4 года не сделано. Ну, ну вы, вы все читали. Я вам рекомендую, пока не поудаляли, я рекомендую это все почитать. И сегодня, когда это все раскрылось, что на самом деле это был... Наш план. Это шикарно. Блин, вот, ну жалко, что они сегодня не дали возможности. Потому что там даже мне скидывали скрин. И там из газеты какой-то пишет э этот редактор: говорит: Блин, у меня уже готов выпуск а а Бабченко его смерти. А а а уже все его фотография на главной странице. Я, говорит, уже в печать должна была пойти газета. Что мне теперь делать? Я, говорит. Не, ну это хорошо говорит, конечно, что живой. Но вообще, ну так же не делается. Где-то же не по-людски умер, значит, умер. Что это такое? так в общем о чем я хотел еще сказать ребята, ну то что СБУ предупредила это хвала, вообще вопросов нет я хотел сказать о том что э, наш враг, а Россия это враг, который ведет против нас целенаправленную войну по истреблению украинцев по развалу украинской державности э, он не оставляет надежду все-таки как-то изменить ситуацию в свою сторону. Мы должны это понимать. И, во-первых, мы должны быть всегда на чеку, сами сами граждане. Вот последний даже мой случай, вот знаете, вот в Полтаве, это кто не знает, но вот со мной был случай, когда возле Макдональдса мне ребята там привезли передать подарочек, привезли муху, ну вот, вот эту муху привезли, передали мне ее, она стреляла, написали там Андрею. И полтовчане увидели вот эту, что мы с этой штукой ходим, вызвали полицию. Это прекрасно, я считаю. Когда граждане, видя, что что-то перегружают, какие-то мешки загружают, да, помните, там, как в России, гексоген заносили, какое-то оружие, какие-то движения. То есть, почему в Полтаве нету Полтавской народной республики какой-то, да? Потому что граждане не дали это сделать. Вот если вы будете сознательны и будете помогать нашим спецслужбам, а именно смотреть, что где-то, если какие-то ору ну, что оружие, какие-то непонятные движения, какие-то ну что-то происходит, нужно сообщать, нужно нужно помогать, не нужно надеяться, что только ну, они они будут этим заниматься. Еще в чем в чем почему идут заказы вот сейчас на бывших российских граждан или опальных российских граждан, которые сбежали из России, которые против Кремля, бывшие разведчики, вот, которые там в Лондоне там отравили, убили и все остальное. Это целенаправленная работа, и это на самом деле это еще КГБшная тема. Я когда-то читал, не знаю, может быть вы читали, Виктор Суворов, Сейчас вот боюсь ошибиться, но по-моему я тогда читал аквариум его есть произведение. Там как раз про разведчика, как он молодой, только попадает в это в КГБ, по-моему, да, в КГБ, ну не, не помню, в КГБ. И когда его уже подготовили все нормально, он там изучал кучу, как вести деятельность, как как чего там, ну перед тем, как его буду засылать куда-то, ему показывают. Ему показывают фильм такой. Его садят, показывают фильм. И в картинке он видит, что там печь такая, горит в ней огонь. Ну, там, знаете, как уголь там не горит. И на такой доске привязан мужик. И его вот... Он орет, там видно, что это лор стоит, он привязан. И его ботинками вперед в эту печь засовывают потихоньку. Ну и походу сжигают его там в этой печи. И суть в чем, что это предатель... Тот, который предал структуру, и вот что с ним сделали. Чу суть в чем? А, то, что, а, ну, я не знаю, как для вас, но для меня нету никаких сомнений о том, что вот эти вот все заказчики, которые заказывают это, эти убийства исходят из-за России. Ну, то есть для меня не надо. Это мое мнение, абсолютно мое. То есть я, вы можете думать по-другому, но я дарю как. И суть в чем? Ему сразу вот этому вот разведчику в этой книге ему дают понять, что если ты нас предашь, тебя ждет смерть. Мы тебя найдем и мы тебя убьем. И судя по всему, вот э, бывший КГБшник Путин, он же Х, он действует по этой же методе. Они дают понять всем своим перебежчикам. Ну, по их мнению, это предатели, все, понимаете, как мы, кстати, украинцы тоже для них предатели, мы предали их вот этот концлагерь российский, мы хотим пойти в Европу, это тоже предательство с их точки зрения, поэтому они, ну, для них это нас уничтожать, это все правильно, как бы правильная тема. Да, вот, подсказывают аквариум, освободитель, советская разведка, Суворов, советую всем, ну да. И они, суть в чем, сейчас в России дела не очень, мы с вами понимаем, там санкции, все дела, сколько бы они ни кукарекали, мы прекрасно понимаем, что дела у них плохенько, плохенько идут дела, и народ начинает разбегаться оттуда. То есть там бизнесмены начинают сваливать, какие-то приближенные к Путину, какие-то там люди. Вот эти вот показательные заказные убийства, они должны дать понять вот этим вот тем, кто пытается сбежать, что бежать некуда, что мы вас найдем в Украине, в Лондоне, там еще где-то, и показательно замочим. Помните, как это? Мочи... Раньше они мочили в сортирах, мечтали террористов, а теперь они будут мочить своих. Да, вот еще подсказываю, что на брифинге было сказано, что заказали около 30 известных людей, там не только жур... ну, да, журналистов, блогеров, то есть вполне может, ну... Это известные люди какие-то, которые мешают России, мешают их пропаганде, мешают их деятельности какой-то, мешают им влиять на Украину, может быть, политические какие-то деятели, которые не ложатся под Россию. Тоже показательно, как отреагировали на это убийство, в кавычках, на эту спецоперацию вчера всякие консервы Кремля. Там вот эти все ваши любимые, ну не буду сейчас конкретизировать, вы прекрасно знаете кто. То есть сразу было видно, люди начали обвинять не потенциального заказчика, там, не э, говорить о том, что вот война и терроризм продолжается, и Россия там терроризм продолжает. Все начали <coughs> э, валить это все на э, руководство страны. Вот понимаете, главная задача не найти там, кто убийца. Не найти, кто заказчик. Главное это все повесить всех собак перед выборами на э, руководство страны. Опять виноват там Порошенко, да, э, виноват Ваков, виноват Грицак, виноват и все, кто угодно, только не Путин, не россияне и не их агрессия. Да, ребята, я понимаю, что лагает, чуть-чуть назад перемотайте, я же говорю, вам подглючивает. Чуть-чуть назад перемотайте, и все будет нормально. Я же говорю, что немножко подлючивает что-то мне меня сегодня интернет. Что-то его сегодня там или жарко ему, или кто его знает. Так, кто спрашивает про бульба Фашиста? Ребята, с бульба фашистом все нормально. Бульбофашист выложил видео. Поднимите свою жопу, сходите на его канал и посмотрите. У него там канал якобы отжали, видео удалили, потом канал вернули. Очень фантастическая история на самом деле, мне кажется. Это блогер, кто не понимает, о чем речь. Это блогер из э, э, Беларуси который тоже там пытался чат рулетки троллить такой ну нормальный парень но как-то это все подозрительно выглядит Мне очень похоже на то что с ним провели работу сказали ему пацан не выделывайся вернули ему канал чтобы он дальше вел себя хорошо потому что как-то так ну у меня в жизни не было никогда случай чтобы взломали канал там какой-то аккаунт поменяли пароль а потом поменяли на тот пароль который подходит ну, во-первых, это нереально Это надо знать было, тот пароль В общем, ребята Не знаю, по фашисту. Главное, что он жив и здоров Это, это самое главное Так, вернемся все-таки к нашим к, нашей агрессор, к нашим агрессорам К работе Опять же, спецслужб Так Так, сейчас что вы там пишете? Вытри лоба родной. Да, ребята, жарко. В ловке жарко уже, наконец-то. Поэтому все мы людям, ребята, не потеют только мертвые. Поэтому мы все потеем. Э, так, да, все уже успели. Да, уже и шари, и все остальные уже там на радостях, блин. Что такая тема? Вы же понимаете, они все питаются с этой, с крови. Они ж пьют кровь с нас. <с <с <laughs> сделай три глубоких вдоха, а то кажется, что ты под дулом идешь стрим, ребята. Все нормально. Пока еще все в порядке. Так, за вас. <laughs> так, Полтава уже вас того пишут заебал. Так, ну хорошо, ребята, я что только начал, а уже некоторых того. Так. Так что возвращаясь, ребята, возвращаясь тому, возвращаясь к, нашему, к нашим спецоперациям. Я желаю, чтобы у СБУ это было не, пос, не последний раз. Я, я уверен, что это не, не первое, но чтобы это было не последнее, чтобы ребята занимались. Я рад, что у меня есть, кроме... Я вам помните, я показывал кучу своих шевронов. Это мне дарили из подразделений, с которыми я работал. Ну, то есть у меня их не очень много, у людей там есть их тысячи просто. Но зато у меня есть еще и вот такой шеврон тоже. Вот такой, кто не знает. Это шеврон как раз той самой службы. Поскольку мы работаем, помогаем всем. Ну, мы. Мы с вами в Атошоу через меня помогаем. Поэтому я горжусь, что у меня есть такой шеврон. Я рад, что у нас есть эта служба, которая борется за, наш, спо, за наше спокойствие, за нашу уверенность в завтрашнем дне Так что, э -э сегодня будут ответ, ответы на вопросы, ребята Если кто-то хочет задать какой-то конкретный вопрос, а не вот там, ты куда пропал? А ты, а ты куда не пропал? Я вообще не понимаю, о чем ты говоришь Так, что-то жарко сегодня в Лофте, ребята Это кошмар какой-то надо ставить кондиционер срочно. Так, что там за вопросы? Че, реально жив Бабченко? Да, ребята, жив. Пресс-конференция. Если модератора есть возможность, скиньте пресс-конференцию СБУ. Он прямо на пресс-конференции явился, рассказал, что они два месяца готовили эту операцию. Поступила информация, что собираются убить. Они разводили этих... Кстати, как сказал Грицак, они, заказчик, нанял бывших атошников для выполнения этой операции. Тоже нужно понимать, что то, что я им говорю, там любители покричать про героев, надо понимать, что есть герои, есть разные люди, есть... И опять же, нужно, хочу поднять тему о том, что нужно нам реабилитировать многих тех, кто побывал в АТО, вот это вот сейчас будет очень важная тема на самом деле. Если мы сейчас упустим вот этот момент, и никто не будет заниматься реабилитацией тех, кто побывал в АТО, их психологической поддержкой, социальной интеграцией обратно в общество, это очень важная проблема. Многие не понимают, о чем я сейчас говорю, но это очень важно. Если сейчас мы это упустим, в будущем это выльется огромными проблемами для нас. Поэтому, если вот сейчас наняли для убийства журналиста, наняли бывших атошников, ребята, это нужно понять, насколько это глубокая проблема и надо не заниматься. Полтава, куда на кондиционер скидывать? Ребята, все очень просто. 13.92, вот карточка. Как всегда, скидываемся, чтобы не был Полтава, не вот такой жаркий парень сегодня. Прямо как в бане. Так. Порошенко и МП прокомментируй, что комментировать, я не знаю, что, что такие МП. Морские пехотинские, московский патриархат, Маша Петрова, что это? Пишите веселее, Андрей, заведи гримера. Оля, ты на себя намекаешь? Тебя девочки разорвут, остальные, если ты будешь так прямо напрашиваться. Так, Андрей, как тебе отсутствие реакции оппозиции и блогеров РФ на тему Боинга МН, 17 Так а как, ребята? А что они могут сказать? Если их прямо спросить, они скажут, да нас просто не любят, мы не участвовали в расследовании, это все они там придумали, ваши эти пиндосы. А так, они же не раскручивают темы, которые им невыгодно. Если что-то вот про Украину, да? Если у Украины есть какое-то достижение, о нем просто не говорят. Просто этого просто нет. Это офигенная позиция. Все наши какие-то, где мы там что-то споткнулись, это раздувается до гипертрофированных размеров, просто до катастрофы какой-то. И выдается за полную, ну, полный провал. Это нормальная работа машины пропаганды. Все, российские блогеры, ну, такие те, кто там политикой занимаются, вот, они при, все работают по этой схеме. Ну, понятно, там есть блогеры, те, которые там для детей, там, вот, там какаши из этого, коныки вы из гивна блядь, то то, ну, конечно, немножко не то. Так, ребята, задавайте какие-то, э, ну, нормальные вопросы. Что вы пишете? Ну, ну это какой? Как относится к Березюку президенту? Что это за вопрос? Ты сам понял, что ты написал? Так. Так, что еще? Купи кондиционер. Деньги давайте, ребята. Не вопрос. Я сегодня смотрел там переносной кондиционер. 9000 гривен. Все, пожалуйста. С вас 9000 гривен. Завтра будет вот тут стоять кондишн. И вообще, я вам объяснял про Изю. Помните? что когда Изя пошел в школу, и учительница написала в дневнике, что Изя плохо пахнет. А мама ответила, что Изю не надо нюхать, Изю надо учить. Ваша задача Полтаву слушать, а не смотреть. Так, когда уже будет 100 тысяч подписчиков? Я сам жду, не дождусь, где ходят эти 4 тысячи несчастных человек, которые не знают о моем прекрасном канале. Так, Андрей, билборды, свата-шоу в городах Украины, это еще актуально. Да, ребята, это актуально. Сейчас билборды есть в Черкасах, в Полтаве, в Киеве будут висеть с первого числа. Мы там ну, по скромному рядом с Верховной Радой повесили, чисто потролить. что должны скинуть. Кто хочет присоединиться, кто хочет своему городу поставить оберег от ваты, пожалуйста, обращайтесь. Где-то смогу что-то оплатить, если с хорошими скидками, если вы хотите посодействовать, тоже я не откажусь. Популяризировать ваташоу нужно, поскольку чем дальше это все будет, все э, к выборам, все сложнее и сложнее. Так, что тут у нас еще запросы? Так, тушенку в холодильник. Тушенка в холодильнике стоит постоянно, ребята. Тушенка должна быть на месте. Так. Очевидно, не надо вопросы задавать, ребята. Ты будешь голосовать за пороха на выборах. А за кого? За кого вы скажите? Кстати, ребята, если вы не в курсе, тех, кто не в курсе, надо как-то пойти его Бобулу сказать. Короче, прошел такий конгресс. Я вот там был, выкра выкра выкладывал этого Ташбаева, Рустам Ташбаев. Они такие провели конгресс украинцев. Мы их поздравляем. Выбрали президента Украины. Если вы не в курсе, у нас Бубенчик теперь президент. Вы не в курсе, да? Вот вы вообще, вы отставшие от жизни вообще как-то. Я не знаю, ребята. Надо в ногу со временем идти. Пока вы тут сидите, нам уже президента выбрали. О, я, я понял, да? Уже пишите вентилятор купить, да? Как сказал про 9000 гривен, уже все, кончились. На вентилятор дешевле. Правильно. Будет гудеть вот тут в этот... Так, как справы с партию, ребята, по поводу партии. У меня уже зла нет. Нас уже третий или четвертый раз там эта барышня из Минюста сказала, ой, но оно там у начальницы лежит на подписи решение по вам принято. Ну такие, знаете, вот эти вот типичные занесите что-то называется, ребята. У меня есть бизнес-план. Просто они доведут нас. В общем, я пока не буду это запускать. Но, в общем, такая ситуация. Нужно будет по моей команде позвонить в Минюст. Я скажу, какие номера. Скажу, кто исполнитель. И поинтересоваться, когда будет такая-то партия зарегистрирована, такое-то, то, что нам надо зарегистрировать. Мы еще, вот это, еще пару дней потерпим, и дальше мы начнем сначала по телефонам узнавать, потом пойдем лично туда разбираться, почему и нахрена они там сидят, если они не могут простейшую бумажку уже месяц ничего с ней зарегистрировать. Ну, сделай, там элементарно вообще для них. Там не, нечего решать. Это вообще то, что мы сейчас там нужно сделать, это просто уведомительно делается. Мы просто подаем, что у нас вот поменялась глава партии с того на того, и все. Это вообще нет там никакой... Проблему. А они создают эти... То есть пока я еще терплю их. Так. Андрей, скажи, пожалуйста, ты не скрываешь свои данные, не боишься спецслужбы ФСБ. Конечно, боюсь, ребята, я же не идиот. Я прекрасно, конечно, боюсь. Но сколько можно бояться? Кто-то ж должен из нас это делать, правильно? Так, так. что-то все равно плохой, плохой поток да, сегодня, плохой, я не знаю почему, что-то с интернетом, хрен его знает. Так, что еще за вопросы? Свиноруса с опахалом. да не, свинорусы заняты сейчас, ребята, сейчас свинорус на вес золота, поили психо там в голодную зиму, надо же было хоть трохи на весну залишить. Давайте закажем билборды в Рашке. Ребята, это был бы шикарный троллинг. Но это надо хитро как-то развести. Я боюсь просто, что фирму, ту, которая напечатает мои билборды, ее там потом жарит. Так, ну, ребята, я попрошу сейчас модераторов за дебильные вопросы банить. Вот, ну, я вас прошу, не засырайте просто чат. Так. Поганый звук Не, звук должен быть нормальный Как звук плохой Может быть плохо видно, звук должен быть нормальный Так, в Полтаве Дебилборд ебилборд, Шукайте На кольце, по кольцу поездите, увидите Ну с Первого числа будет на Леваде На Подоле, вот там висеть Не, на, да, на Подоле И на Алмазном так, что тут у нас? Как идут сборы на Лелеку? Хороший вопрос. Сейчас покажу, как идут сборы на Лелеку. По моим подсчетам, по моим подсчетам приблизительным, на Лелеку мы уже собрали. На, на второго. Ну, там же еще на третий хотят. Но на третий там еще начинать, еще, еще собирать и собирать. Так, сейчас посмотрим, сколько у нас на лелеку Уже мы собрали. О, как раз круглая сумма. Короче, получается вот так. У нас есть сейчас 340 тысяч гривен. В общем, а сколько ж там, по-моему, давал 90 предоплату. А, получается, там было 420. Да, уже собрали, молодцы. Все, уже на второй полностью собрали. Uh, тут тоже по поводу волонтерки хотел с вами поговорить. Как-то стали слабенько, конечно, уже собирать, или устали, или у вас зарплаты давно не было. Uh, не знаю, не знаю. Если с таким настроением, ребята, не знаю, как мы собираемся бороться. Так, пей зеленый чай. Угу. Сейчас... Так, звук нормальный. Так. А, в Россиюшке можно QR-коды развесить по всяким остановкам. Это бизнес-план классный. Можно, знаете, такой плакат... Зак... Блин, это идея вообще, слушайте. Заказать билборд там. Слава России. И QR-код. Вот это, блин, вот шикарная идея. Чувак, согласись, что я классно додумал ее. Просто заказываем, во-первых, недоразвитые свинорусы не поймут, продвинутые клацнут и зайдут и посмотрят. Это шикарное был бы, шикарный троллинг. Кто хочет проспонсировать, имеет возможность, я только за. Так. твое мнение про проведение ли, финал Лиги Чемпионов. Все прекрасно прошло, все нормально. Что там не так с проведением финала? Финал как финал. Я вообще бы не акцентировал на это внимание, ребята. Меня не так интересует сам финал Лиги Чемпионов, поскольку я вообще не футболист. И футболист, футбол не люблю. Просто, честно говорю, это не мое. Никогда. Ну, я очень редко там... Смотрел только когда там Динамо Киев когда-то там играл, а то вот, я смотрел. Что главное, то, что в условиях войны в стране, в условиях того, что у нас э, реально идет агрессия, у нас э, происходит куча всего, провели такое событие с прибытием большого количества э, иностранных туристов, фанатов. Все прошло шикарно. То есть, ну, там какие-то мелкие неурядицы, там вот там так раздували разбросанные бутылки. Ребята, против, после таких массовых скоплений людей всегда такое количество мусора. Был когда-то отдельный фильм про пивной фестиваль, там в Баварии или где там у них вот этот Октоберфест, Там срать еще похлеще. По, по Главное что? Чтобы на утром все было чистенько. Что после Октоберфеста, ночью шарашат, все вымывают, вылизывают, и на утром они опять гадят, и опять там он несколько, сколько он там идет, это целый месяц, или сколько они там проходят этот фестиваль, и, и, рыгают, и бухают, и бутылки, и все остальное. Главное, в Киеве с утра было чисто. Вот это главное. Не то, что там накидали какие-то, будто что-то там, это, это все фигня. Поэтому молодцы, провели молодцы. Это благодаря, опять же, нашим Героям, которые сдерживают агрессию, благодаря нашим спецслужбам, СБУ, умнички, СБУ, красавчики, Мальтийский крест. Кто не в курсе, я неправильно держу. Вот так. Вот так. Молодцы. Красавцы. Тут вообще опросов нет. Это все в копилочку, ребята задумайтесь в такой ситуации, в такой, вот как наша страна, ну, мы в очень сложной ситуации, в экономической, и вот эти постоянные, Россия только может нам там и гадит. <сёк> Тоже напоминаю, вот вы как-то никогда, кто, никто об этом не говорит, никогда об этом не задумывается. Какая была задача изначально вообще? Изначально у России задача. Вот никто об этом не вспоминает. Главная задача была, это сделать Азовское море внутренним морем России. Задумайтесь об этом. Целое море они хотели, они хотели вот там. Почему было? Новороссия, Крым, и целое море встает. То есть не просто Крым присоединить кусочек. Целое Азовское море становится российским морем. Ну, вот представляете, это какое было? И мы им не дали. Тварям. Мы Крым еще вернем. Так. Ну мы евробачине провели без проблем. Правильно? ребята, правильно. Это все правильно. Это все в копилочку плюсиков. Как ваши, приготовьте ваши сейчас опки, Порошенко, это все плюсики президенту, плюсики спецслужбам, плюсики украинцам, украинской армии, МВД в том числе. Это все плюсики туда. Молодцы. Несмотря на все недостатки, ребята, у всех есть недостатки. В любых странах есть какие-то свои проблемы. Главное двигаться правильно, в правильном направлении. И все, и все будет хорошо. Так. В мое место в железе мини-армия Белецкого, национальный корпус. Я, кстати, категорически против, что вы там мне не говорили, категорически против персональных армий всевозможных. Вот там вот этих всех дружин каких-то. Я не хочу никого обидеть, но у нас уже было. Вот сейчас вы, кстати, опять же в оторванной от жизни. Вы же, наверное, не знаете, что у нас э, лидер э, теперь казацтва нашего, Карамзин, вы не в курсе тоже, да? У них там в Орденах чуваки ходят, у них там какие-то достижения свои. Я просто хочу еще раз, я уже задавал этот вопрос риторически, хочу задать еще раз: когда в 2014 году Россия напала на Украину, у нас в реестре казаков у нас реестровое казахство было по украине было зарегистрировано 15 тысяч человек 15 тысяч человек которые тут ходили вы выделывались в форме там патрули устраивали эти с ногайками ходили попал куда они все подевались эти все куда вы уже настолько э, э, испохабили вот эту вот саму идею своими вот этими... Ну, я вот этих вот, которые там с орденами, вот эти типа генералы, вот этих, извините, кроме как ряженые пидорасы, я их не называю. Я их не, могу не воспринимаю по-другому. Нахера этот блядский цирк, скажите мне? Где от вас реальная какая-то толк? Почему, ну, если вы действительно это войско, как вы это показывали все, все время, Почему тогда не маршировало это 15-тысячное тысяч, 15 войско, или пускай там 5-тысячное войско не маршировало защищать Украину? Где они все делись? Я просто вспоминаю, как мой знакомый еще там в 12 году или в каком-то говорил, о, говорит, бабла насобираю, полковника себе куплю в этом казалстве, буду ходить, уважаемый человек. Что продавались эти все там, все, что хочешь можно было купить. Ну шоу, шоу просто. Так что шоу то, что у эти все армии, вот это все это, с этим надо завязывать, ребята. Поустраивали. Так, ребята, ну я выхватываю, тут куча спама, поэтому так, выхватываю, кому повезло, тому это, вопросы задаю. Так, о, хороший вопрос. Есть маза, что эта операция СБУ полностью продумана для пиара Порошенко. Ребята, вообще вся Украина придумана для пиара Порошенко. Любые достижения, которые в Украине происходят, это все чисто для пиара. То есть оно никому не надо, то есть как бы не Бабченко, нахрена было там, да. Понимаете, это все для пиара сделано. Все работают для пиара. Я для пиара, армия наша воюет для пиара, все только пиарятся. Одни из зрадоебы ничего не делают, не пиарятся. Такие молодцы, скромненько сидят, только, сука, срут на все. И все, и никаких проблем у людей. Единственное, я еще раз главное вам говорю. Нужно, нельзя недооценивать врага. Вот сколько бы мы там не смеялись в чат рулетки, мы не должны недооценивать российские спецслужбы. Там тоже не дураки. Вот это нужно поменять, понимать. Финансирование там огромное. Это же эти лаптиносцы которые там население российское, на них будут всегда экономить. И они привыкшие, что им там корочку кинут, и все спецслужбы финансируют САУТ и До, те структуры, которые в Украине разваливают Украину, пытаются, они тоже финансируются очень хорошо. Всякие там модераторы, всяких групп антиукраинских, всякие там говноблогеры какие-то там говнополитики, все они финансируются замечательно. СБУ красавчики, ребята, И вообще я сегодня, ну просто это настолько было приятно, ну после вчерашнего, я, я такой уже сижу, блин, ну капец, блин человека вообще там, э, ну очень хотелось каких-то хороших новостей, конечно, сегодня мне там товарищ присылает смс -ку. Посмотри, сейчас срочно, говорит, идет конференция СБУ Блин, захожу, я сразу не могу врубиться, А я в середину попал, смотрю, стоит Бабченко, что-то Луценко рассказывает думаю, Сразу думаю, наверное, это какая-то запись из старых Думаю, что происходит вообще Сижу, слушал, слушал, минуты три Не могу врубиться, что происходит -то? Товарищ присылает, что жив, типа Молодцы, молодцы, вообще красавцы кстати, это же не единственное еще. Перед этим э, СБУ, э, э, в общем, тоже там было, наняли какого-то российского тоже товарища, э, вывести, наняли наших, тоже что-то за 20 тысяч долларов или за сколько там, наняли вывести в Россию. СБУ попередила, всех повязала тоже молодцы. Ну, то есть, вы же об этом мало знаете. Это же не раскручивают по нашим каналам и не рассказывают, что работает СБУ. Правильно? Это так прошло где-то там мельком. Никто не рассказывает, что у нас э, опять погибшие там, опять обстрелы домов мирных, там девочка погибла там. Об этом же ж никто не рассказывает. Где-то, если что-то э, кому-то только... Э, в общем, в общем, понимаете. Так, что вы... так? Андрей, что скажешь про Тимошенко и как по рейтингу займает первое место? Не, ну это вполне реально может быть, ребята. Конечно, вполне реально может быть первое место. Тем более, если она сама заказывает рейтинг. Я думаю, если бы я заказал рейтинг, да еще тут у себя среди подписчиков, я тоже был бы на первом месте, ребят. А, я забыл. Я и так народный блогер, ребят. Поэтому не знаю. Мне трудно это понять, как это может быть. подлизываешься к конторе. Да, я всех, кого хвалю, к президенту подлизываюсь, к СБУ. МВД был, похвалил там пару дней назад за то, что молодцы среагировали, когда я с гранатометом там бегал, с этим, с мухой, с этой, конечно, ко всем. Все, пиаримся, подлизаемся, а что делать? Как же же еще? Так, а что вы будете делать в случае, если на выборах победит пророссийская мразь? Прошу прощения за повтор. Что будем делать, если пророссийская мразь. Ребята, я. Если сказать, что я об этом не думал, неправда. Я об этом думаю постоянно. Я не знаю. Валить. Ну, у меня вариант только валить отсюда. Как бы там что ни говорили. Будем биться, конечно, до последнего по возможности. Ну, не знаю. Я еще об этом не думал. Мне просто слишком много тут терять. Я, я даже не знаю, что я выберу. Пока еще я, я хочу. Я же не просто сижу и жду. Я стараюсь что-то делать. Я вам показываю, как живет Россиюшка. Вот эти вот последние вот там у меня хорошие вот были такие, да, из этого города несчастного, которые из города делают поселок, который, работы нету, жизни нету, полная жопа. Я вам показываю, реально, там, ну, пытаюсь показываю россиян, которые рассказывают, как они украинцев убивали. Военных их там и все остальное. Не знаю, как это помогает или нет. Может быть кому-то когда-то дойдет все-таки. К следующим выборам, ребята, я, ну, честно говоря, я вот на себя и на своих зрителей полагаюсь. Вы должны понимать, что дело как спасение утопающих в руках самих утопающих. Если вы не будете, если вот мои 100 тысяч зрителей не приложат усилий, и каждый хотя бы еще там 10 своих знакомых не переубедит, чтобы это хотя бы был нормальный миллион взрослых здравомыслящих людей то нам все, нам кранты просто, понимаете? Никто не сделает ту работу, которую можете сделать вы. Так, смотрим, что тут еще. Так, Тимошенко, популист Гирша Нижлешко. Ребята, да. Еще, да, <клёх> популизм это самое большое зло, которое есть у нас в Украине. И самое зло в том, что... Политики пользуются этим популизмом, а, а э, население оно хочет этого популиста, популизма, для, чтобы их обманывали постоянно и не понимают, что там, когда им обещают золотые горы, то это все вранье. Потом за эти золотые горы приходится все отрабатывать. Так, так, Андрей, пойдешь в президент, и буду глазать за, за тебя. Нет. Президенты я не пойду, наверное. Там и так, ребята, там уже там такая очередь, я не знаю. Mm. <coughs> у меня слишком мало шансов победить Порошенко. Нет, всех остальных легко, но Пороха нет, ребята. Не знаю, я не, не потяну. Так, что тут еще у нас? Так, что тут? Ребята, задавайте вопросы какие-то, но ну, меняемые. Так, вот этих цой жив, банить, вот там... Э, товарищи модераторы, пожалуйста, давайте немного прорядим особо умственно отсталых. Шесть тысяч смотрит, что мы читаем всякую дрянь. Так. Как это валить? Да, как это валить? Не, я согласен, это такие... Я в метаниях, ребята, я... Просто ну, нужно понимать, ну, наша, понимаете, задача, там говорят, умереть за Украину, ребята, надо жить за Украину, умирать должны наши враги. Вот просто, ну, нам нужно поменять немножко менталитет, нужно понимать, что мы должны жить за Украину максимально. Андрей, ты как наркотик, как начал смотреть тебя, я режим сна потерял. Ну, а кому сейчас легко? Конечно, как ты. Как ты хотел. Так. Так, что тут? Я у мамы паспорт точно заберу. Правильно, Андрюха. Тут тезка понимает смысл. Ну, я не знаю, как по-другому. Переубедить, не знаю. Если вы можете родителей своих переубедить, переубедите. Если не можете, просто что-то делайте с этим. Так, как там, собственно, партия? Я уже отвечал в начале, потом пересмотришь. Андрей, я гадаешь, будет без виз с Канадой, сам сторон тут, тут дуже большая украинская диаспора. Ну, хотелось бы, ребята, вообще хотелось бы без виз. Вот, вот, кстати, хороший, слушайте, хороший вопрос ты задал сейчас. <как> я пока, из-за того, что сильно у меня график работы такой, и волонтерка, и стримы, и моя работа, и куча еще всего, я смог пока только в Будапешт слетать по безвизу. Я вам объясняю, как я полетел в Будапешт. Я купил через интернет билет, приехал в аэропорт, а заказал отель, тоже через интернет забронировал. Прилетел, отдохнул и улетел. Все, вот все. Сейчас меня приглашают в США. Друзья, уже давно меня приглашают. Многие мне пишут, давно уже просят при этом. Я же, ну, опять же, времени нет, но думаю, ну, хотя бы там подумаю. Что такое получить визу в США, чтобы вы понимали? Там есть целый сайт, где вот, так, вот таким мелким шрифтом написано куча, что ты должен сдать. Ты должен заплатить перед собеседованием 150 долларов только и это не факт, что тебе дадут визу. Собрать все документы. На определенный день тебе назначат. Ты приедешь в посольство. Тебе с тобой там пройдут беседу, и тебе еще могут отказать. Вот в чем разница. Без виз и нет без виз. А нам вот эти вот свинорусы рассказывают, что без виз это фигня. Ребята, без виз это офигенная вещь. Вот если бы еще было без виз в США и Канада, я бы поехал бы еще в США, в Канаду, там бы оттуда бы постримил, пообщался бы с нашими... Э ну, ребятами, которые помогают Украине, очень много помогают. И деньгами, и словом, и помощью, всевозможной, какой только могут. Наша диаспора и украинская, и это не обязательно украинцы. Столько людей помогает. Я фамилию там как читаю, но там такие украинские фамилии. Там Шикил Брудылов какой-то. Я не хочу никого обидеть, просто это ну, меня переполняет эмоции, когда видишь, что Украину поддерживают много, многие национальности. Вообще, заметил, что у нас, украинцев, мы, у нас совково есть такой шовинизм. Мы, мы, вообще дикие на самом деле. Знаете, мы там, о, там черный, там, о, там желтый, а, узкоглазый, еще что-то. Мы дикие. Нам надо от этого избавляться, ребята. Мы должны интегрироваться в мировое общество. Хочется нам это, не хочется. Мы будем всегда чужие, если мы будем такие дикие. Нам надо слазить с этой нашей, с этого совка гребаного и ставать более Продвинутыми. Так. Что тут? Ну. Так, что тут еще? Полтава этой бабачи в конкорде в Вполне может быть. А что, не подошел, не поздоровался? Что такое? Ты стеснялся? ваша думка на рахунок залезнити. Ну, что это за вопрос? Что? Залезно, ну, залезно Что моя думка? Что конкретно тебя... Ну, ребята, задавайте конкретные вопросы. Ну, я не понимаю, что это за вопрос. Куда сейчас лучше всего вложить деньги, на твое мнение? Ребята, вс всегда будет, ну, очень долгое время будет нужно золото. Всегда, если случаются конкретные проблемы, то золото у тебя всегда быстро заберут. Все остальные варианты, они стрёмные. Все стрёмные варианты. Бумажки могут загореть, там еще что-то. То есть, ну это мое мнение, опять же. Поймите, что это мое мнение быть обывателем. У меня, к счастью, у меня одни кредиты, ребята. Вот вкладывайте в кредиты вообще, как у меня. Ничего. Я вот если кредиты мои пропадут где-то, вообще я даже не расстроюсь. Так что, нормально. Так. Что тут у нас еще? Так. Что ты думаешь по поводу... Кандидатов президенты Семенихина мэра Конотопа. Мэра Конотопа. Ребята, я мэра Конотопа видел, что он дружбан с вот этим Ташбаевым, который уже на, организовал конгресс украинцев в Чехии, они провели, и избрали нам Бубенчика президента. Поэтому, ну, Семенихин уже как бы в пролете получается. Уже президент есть один. Может, слушайте, может, зрадоебы сделают в Чехии какую-то свою отдельную... Украину, да, и будут там президента выбирать, выйдут туда все, как бы там, заодно будут там на стройке работать, и как бы будут там этим хором ходить, или строем, или чем захотят. Так, что значит, когда я по штукатурю стену? Если кто-то есть желающий приехать по штукатуре, то приезжайте. Андрей, как тебе идея провыпустить твое знайомче видео про Россию с английскими субтитрами? Ребята, ну как вы переведете слово ебеня? Ну, вот как это? Это fucking shit uh, earth? Не, как земля. Uh, я, я не знаю, как это. ну Кстати, там потеряется куча всего. Как можно с суб субтитрами? Не, вот там вот этот последнее видео, которое рассказывает про жизнь в России, да, вот то на, можно было бы. Я думаю, у них будет шок. Вот там, где вот эти бухают четверо и рассказывают, как у них поселки, как они в Крым ездят, зарабатывать деньги. Так, что тут у нас еще? Андрей, есть планы транслировать ваташо на каком-нибудь радио армейском? Так а зачем? Мои видео и так смотрят. Я э, с многими общаюсь, и ребята говорят, там, после, ну, после службы где-то, после каких-то нарядов приходят и в блиндаже смотрят, закачивают, там как-то скачивают и вместе смотрят. По радио оно же не то, ребята. Вот что не говори, там где были голосовые видео, но оно не то. Надо вживую видеть вот эти вот процветающие беззубые эти рожи пробуханные этот вечно круги под глазами этот панда стайл это надо видеть живую блин мне, мне наверное из-за наушников жарко нахрена кого я слушаю скажите вот. вот с кем я нахрена они на меня надеты если вы не задаете вопросов в голос вы хоть говорите там что-нибудь у дома у себя хотя бы вот ту... так Андрюха, привет от бойцов ВСУ. Спасибо. Так, что тут еще? Лучше от... Золотые слова, слова Александру подсказывают. Лучше всего деньги вложить в карточку 90.06. Ребята, это по-любому инвестиция в ваше будущее. Как это... Как это правильно было сказано? Ребята, не надо длинные тексты. Я две строчки длинные я не читаю такие вопросы, где вы уже и даете и ответ. Это можете взять, вот, написать, но ну, лучше на бумаге, вот такие длинные, напишите на бумаге. Вот так, в трубочку сверните и засуньте себе куда-нибудь. Так, Андрей, кто ты по политическим взглядам, правый, левый, центрист? Лево, не, правоцентрист. Вот вот так умеренно такие а, как ты часто ездишь в АТО ну все мои поездки в АТО я выкладывал на видео то можете можете посчитать часто это для вас не часто я не знаю что такое для вас часто опять же какими критериями что для вас тысячу раз один раз часто сколько ты раз ездил в АТО Владимир А якции вкладывания кошки в кредит элементарно берешь у всех долг. И все. Вот тебе вложение. Андрей нет лагает. Я знаю, ребята. Да, интернет лагает. Не знаю, что сегодня у них такое. вебка лагает, все лагает. Ребят, ничего. Те, кто будут смотреть в записи, будут смотреть в идеале вообще. Потому что я записываю, я тут шикарно выгляжу. Ничего не лагает, так что не паритесь. Потом. И кто не может этот уже смотреть, выключаете и смотрите потом. Если подвисает на несколько секунд назад, чуть отмотали и смотрите, и все, не будет этого, этих проблем. Так, парковки евро бляхи, решение проблем город евро 5, центр евро 6. Евробляхи. Категорически против евроблях в том виде, в котором они есть. Поскольку, во-первых, наблюдал этих Олени, которые купили за 20 долларов эту евробляху, летают вообще на скорости, думают, что их никто не, не поймает. Вообще, ну, нарушая правила. Ну, все долбоебы, извините, купили евробляхи. Понимаете? И они ездят на них как хотят. Нормальные люди, во-первых, если бы не, я же говорю, если бы не покупали нормальные машины. Там, где люди привезли нормальные машины, они их регистрируют и все, вопросов нету. А эти ж купили говно полное. Посмотрите на эти евробляхи. Я же раньше не обращал внимания, сейчас начинаю внимание обращать. Сука, без бампера, ржавое корыто, разбитое стекло. 20 лет это я... Нахера ты припер этот мотлах в Украину, скажи, олень, блядь. Ну купи нормальную, хоть купил бы, ты выбрал бы хоть нормальную машину какую-то. Вы ж покупаете вообще полный отстой. Вы навезли сюда все говно, которое вам дали. Для меня такое, это впечатление, как люди вот, там на мусорке роются, это то же самое. Вы побежали в лоток, блин, где выброшенное, порылись. Нахрена нам этот мотлах ваш тут. Так, все, кто пишет про лаги, банить. И про притормаживание. Так, я задолбался читать этот бред. Так, выглядишь несчастливым или замученным. Нужно что-то менять. Блять, а чё я, чё я выгляжу замученным? Сука, пообщайся 4 года с оленями. В стране война, полный капец, постоянные угрозы. Там и все остальное, ребят. О, кто? Не мэчи на звоны. Вы же знаете, куда я одеваю тех, кто звонит из... во время стрима? Так. Мы же даже не мэчи. Ну, вы думаете, нам не мэчи, ну, сложно забанить? Да, 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 да. Сейчас мы тебя нахер забаним. Да что списку? мне еще вот это нравится, знаете. О, Полтава отбился. Наверное, он хочет, сука, чтобы я еще два раза перезвонил. Ну что непонятно? Ребята, я, я не беру так трубку просто так. Не на там вайберы, у Яйберы, все. Если вы хотите пообщаться, вы сначала пишите. Полтава, у меня вот такой-то вопрос к тебе. Можно с тобой пообщаться? Я, мне нет времени, мне у меня личная жизнь должна хоть какая-то быть иногда. Я же говорил, мне можно позвонить э, без предупреждения по двум э, темам. Это вы задонатили мне э, на поддержку канала, вы задонатили большую сумму на армию или сдохло хуйло все вот три вот это можете звонить мне без предупреждения Якщо не порох, то кто, на твою думку, может стать достойным президентом? Нахрена вы, на вы з родоебы сваливаете свои проблемы на меня? Я для себя определился. У меня есть кандидат Порошенко на второй срок. Нахрена мне еще выдумывать себе какой-то геморрой, блин. И придумывать из говна пулю лепить. Вы, вам не нравится Порошенко? Вот вы давайте предлагайте. Такие хитрожопые. Я вообще, блять, даже в этом варианте они хотят, чтобы мы за них решили, да? Блин. Так, Андрей, сегодня Саша Сотник у себя на стриме говорил о совместном стриме. Вопрос, как тебе такое? Что со мной о совместном стриме? Я не слышал такого. Скиньте ссылку потом. Я не против, в принципе. Сними наушники. Блин, может, и правду снять нужно. Может, не так жарко будет, ребята. Ой, как хорошо. Это вообще... Слушай, надо... нету никаких летних наушников таких в дырочку какие-то там с, э, наушники стринги что-то надо с этим решать с партией силе да с партией силе рассказывал в начале стрима блин а жуши красные это жуть капец спарились все почему камера лепит китайцам спросите почему она я не знаю потому что недостаточное освещение было бы неплохо поставить пару софитов здесь этих Ребята, это все решается через карточку. Вот, вот. 13.92. Если, вы вот смотрите. Я делаю как могу, да? Из возможностей. Из семьи деньги забрать и влить сюда больше. У меня совесть не позволяет. Потому что там своих проблем хватает. Мы хоть бы ремонт, хоть какой-то сделали дома. Живем в сраче. Откровенно говоря. Поэтому, если мне нравится свет, интернет, кондиционер. Вы просто Сбрасывайте на карточку и говорите, нам не нравится твой кондиционер. Ну, не нравится, что тебе там жарко. Вот кондиционер 9000 гривен там. Нам не нравится, что у тебя там футболка какая-то. Написано. Блять, не, не, не оказалось не пляжа, а написано таки, сука. Ну, по-японски. Поэтому на футболку. Все, ребята, все очень просто. Так. Так. Но он, я же сказал, он человек пишет, подказка с отмоткой работает. Чуть-чуть назад отматывайте, и все будет нормально работать у вас, не будет рвать. Будете там на минуту чуть позже слышать. Все равно это никак на вас не, не влияет. Андрюха, когда будет очередное кофе с хунтой? Для начала проанонсирую вам. Так и быть, с 15 по 17 число в Днепре будет слет блогеров, если вы не в курсе. Организовывает его Филатов, филатов да, мэр Днепра. Там будет куча интересных людей, там и горький лук, и. Ну, куча. Я понимаю, что вы их никого не знаете, вы знаете только звезду, и это нормально. Но будет очень много людей. Туда будет свободный вход. Звезда будет принимать к своему телу э, этих жаждущих 16 числа, я думаю. Можете загуглить, или я потом скину ссылочку, где это будет. И, ну, я еще сделаю отдельное видео по этому поводу. Это вот в следующий месяц, в июне месяце, будет. Я туда еду, буду на три дня. Там, ну, где я, там халява, вы же понимаете. Потому что это все оплачивается. Ну, я так надеюсь, как мне сказали. В прошлом году уже был такой слет блогеров, поэтому в этом году тоже будет. Там будут, как они говорят, панели. На этих панелях мы будем выступать. То есть они хотят звезду отправить еще и на панель. Мы только на панели не работали. Так, чат-рулетки нет, сегодня не будет, ребята. Чат-рулетка будет в воскресенье, как всегда. В воскресенье начало стрима плавающее. Я начал его смещать ближе к там часам к 6 потому что там поздние стримы. Я задолбался не высыпаться, и так очень мало сплю. Все на нервах. Все. Видите, он голова уже все седая. Что-то не видно, что наседаем. Борода седая. Вон, видите. Так, что тут еще? Поэтому как ни странно, первое кофепитие зрителей вата шоу вполне возможно может состояться в эти числа, то есть где-то 16 числа на этом слете. Так что желающие могут приходить, пообщаться, пожать руку, задать вопрос. В общем, как-то так. Чему до сих пор не роблять дороги? Да по всей Украине роблять дороги. Объясняю, вот сейчас сказала, сейчас начну там, а, там в Полтаве дорога, да, в Полтаве дорога убитая. Вот там в районе, ну вы знаете где, От шашлычки до метро, она она убитая насмерть. Объясняю почему еще раз. Если вы не обратили внимания и не знаете, но там на въезде в Полтаву висит такой щит, на котором написано, что идет реконструкция этой всей дороги и строится объездная вокруг Полтавы. Вот там, кто проезжал вдруг в районе за Рассошенцами, уже видел, что там какое-то такое движение идет. Что-то там строят, какие-то сваи там забивают. То, то уже строится там развязка. Там уже здоровенный кусок они сделали, там проложили. Там куча работ идет. Поэтому но нет смысла сейчас вот эту, ее залатывают кое-как вот эту дорогу, потому что ее капитально сделать нельзя, это нужно перекрыть движение. Вы понимаете, представляете, если перекрыть движение этого, ну это артерия, которая Харьков, Киев соединяет, это полная жопа. Невозможно не объехать, это бежать, хрен знает куда, ну это катастрофа. Поэтому сейчас ездим кое-как. Нам сейчас делают объездную красивую. Вообще красивую. И потом вот эту дорогу буду делать капитально. Перекроют. Все будут ездить вокруг. И тут будут хорошо делать. Ну, я так надеюсь, что эту буду делать. Тут, -то точно строят? Потому что было выделено миллиард гривен. Вы говорите, не строятся дороги. Строятся. По селам ремонтируется. Я поездил. Дорога на Кременчух. Тоже, кто не ездил из Полтавы, я рекомендую. Я случайно поехал. Я там... Санжары что-то поперло меня. От Санжары ехал в Полтаву. Там сказка, а не дорога. Ну, правда, сказка закончилась где-то за 10 километров от Полтавы. Там началось то же самое. Но они просто дальше будут ложить. Тоже ровненько все. Даже еще раз разметку не успели сделать. Но все красиво. <coughs> так, хорошая реклама. Пользуйся пудрой. Ребята, ну я ж... Вот там, знаете, мне еще пишут те, кто... Полтаву, я вот буду проездом Полтаву, можно я к тебе заеду пообщаться. Ну, я всегда спрашиваю, если ты сисястая блондинка, что мне с тобой общаться? Это день потерять, понимаете? Это э, он приедет, хрен знает во сколько, вот это мне приедет, что там, ну привет, ну ну что там, попить кофе там, ребята, завязывайте с этим. Ну я же говорю, ну все можно по решить по телефону, зачем эти движения? Так, Андрей, это правда, что тебя крышуют СБУ? Да, ребята, нас всех крышуют СБУ. Слава этим ребятам, которых, которые реально э, берегут наше спокойствие. Вот эти события с Бабченко, они показали, что действительно они крышуют нас всех. И слава Богу, что они у нас есть, дай, дай вам Бог здоровья. Кстати, вот там те мудаки, которые пишут, что ты чё это СБУ там? МВД там еще кому-то там помогаешь. Я вам объясняю. Во-первых, по закону о волонтерах АТО, я всем, кто находится в АТО, всем этим службам могу помогать. Во-вторых, если вы не знаете, на этой неделе под обстрелами погибло два бойца подразделения Альфа СБУ. Под обстрелами. Поэтому они точно так же несут свою службу. И точно так подвергает свою жизнь опасности. И напоминаю, что одни из первых погибших, когда еще только начинали события на Донбассе, это были погибшие из подразделения СБУ, которые и полтавские, и сумские это те, кто первые попали под пули. Так что, ребята, надо понимать, что все эти службы, не каждая, ну, не без проблем, конечно, это понятно. Но все. Делать. Наше дело им помогать всем. Так. Так, сделай канал Телеграме для анонси в стриму видео. Дуже зручно, ребята. Я, я не хочу вас расстраивать, но канал э, в Телеграме, он уже давно есть. Сейчас я вам кину его наконец-то, если вы не в курсе. Я вам кину его в чатик. На нем уже 1884 человека. Это люди, которые первыми получают информацию о всех видео, о всех анонсах. Я давно вам рекомендую подписаться. Чего вы не подписываетесь, я не знаю. Так. сколько тебе платят за рекламу пороха? Ребята, ни копейки я не получил, чтобы мне так кто-то пришел и сказал, это тебе за рекламу пороха. Я вам, положа руку на сердце, говорю, я, это мое личное убеждение. Вы, ну хоть усритесь. Может быть, я не могу отрицать, что где-то там кто-то там какие-то 100 гривен мне скинул зрителей, которые тоже поддерживают Порох. Да, я подозреваю, учитывая то, что меня не пригласили даже на встречу с Порохом, что Порох обо мне даже не знает и окружение Пороха обо мне не знает, потому что когда спросили этого, э, господи как его, ну короче там один из приближенных кто организовал вот эту встречу. Это а что вы не пригласили Андрея Полтаву, там лучший блогер типа Украины? Он говорит, я такого не знаю. Это мне скидывали скриншот. Поэтому, ребята, к сожалению, к сожалению, это все на голом энтузиазме. Так что, жаль. Я понимаю, что вы пони... ну, те, кто такое спрашивает, они понимают, что считают, что можно любить родину только за деньги. А откуда ты знаешь горького лука? Я читал горького лука, потом горький лук написал про меня статью, когда увидел мои видео случайно. Я ее выкладывал в Фейсбуке. И, кстати, я горькому луку должен 100 долларов, потому что через меня передали для него, я ему написал в личку, он что-то не отреагировал, я планирую отдать ему горький лук. Я должен тебе 100 баксов, я их отдам на встрече. Что делать с пиаром Рыгиев на 112-м? Купить 112-й и пиарить там меня. Все, вот это единственный вариант. Грисенко ми Гетьман. Ты або напиши фамилию правильно, Грисенко, или скажи, кто это такой. Брайан Бишоп 925. Вот это, по, короче, понанимают кремлевскую пиздоту вот этих вот малолеток, которые даже не знают, как правильно пишется Гриценко. Ну, ну это, ну, вообще, ну... И главное, вы должны понимать, что Крем, Кремлю по барабану, кого мы изберем, главное, чтобы не пороха. Любого, кого там... Им все равно, они любого там купят, просто задавят, купят, им их сейчас уже любой устраивает, понимаете, даже, ну, абсолютно. Поэтому они вот уже нанимают топить за кого угодно, мой выбор Грисенко, такой? Может, есть Лисенко, конечно, я не знаю. Может, это я что-то туплю. Андрюха в Харьков, когда... Не знаю, ребята, я хоть, я хоть бы до Днепра доехал. Сегодня целый день тяжелый физический труд. И этого так не люблю. Так, Андрею, как тебе важко читать эти комменты? За каждый джен по 100 гривен на армию. Не, я думаю организовать на следующий стрим. Мы сделаем как? Я буду зачитывать комментарии с сообщений на Приват 24. Вот те буду зачитывать все. От там, ну допустим, от 50 гривен. Кто пожертвовал, я буду отвечать на все. А тут буду выбирать то, что мне нравится. Вот так можем договориться. Но это уже не сейчас. Давайте уже на следующий раз. Так, Бабченко жив. Да, Бабченко жив. Ребята, кто подошел, кто еще не в курсе, да. Так. Вы <laughs> <laughs> в курсе, что Бабченко убили? Алексей Власов из России подошел. Еще не дошло до них туда. Так, Полтава, можно я тебе за боритку потягаю на цьому Ну, хиба, что там они в другом месте бородка. <coughs> так. Андрюха, у тебя есть туалетная бумага с хуйлом? Могу дать для стрима. Ребята, мне хуйла даже до того места противно прикладывать. Так что не надо мне этого. Так, он пишет, дороги в Винницкой области активно роблять. В Харькове дорога делается. Вот я читаю с этого. в Киеве на телеге сейчас делают дорогу. Не знаю, что такие телеги. Ну, не знаю. Ну, главное, что делают. Чернигове почти все центральные дороги поменяли на новенькие. Вот, ребята, вот все просто. Вот это ваше зрадоебство. Просто я понимаю, что у вас никогда ни машины не было, ни кругозора никакого. Сядьте. Он в Чернигове почти все дороги поменяли на новенькие. Или это уже читал так? Что тут еще пишут? Так, в Черкасах дороги делают. Что тут еще. Так, ребята, вот там все вопросы, что я думаю про остальных блогеров всевозможных. Я понимаю, что это попытка пропиарить через мой канал. Я ни о чем, я о них вообще не думаю, ребята. Я мало стримов смотрю, мало. Я смотрю, Ватка Рус. Всем рекомендую подписаться. Потому что Ватка рус троллит офигенно. Дед жжет просто чтобы вы понимали. Он просто их карает. Поэтому вот его я рекомендую. Тем более, что это мой хороший друг, который помогает Украине. Я точно знаю, что он помогает. Вот, вот этого я рекомендую. Ватка Рус. Находите и подписывайтесь. Не пожалеете. Я тем, кому тушенку порекомендовал, все положительные отзывы, кроме одного. Один человек купил тушенку, в магазине, где-то в АТБ, он нашел тушенку. Не ту, что я рекомендовал, с другой упаковкой, в другом виде, но выпущенная тоже этим производителем. Мы, мы не будем этого скрывать. Есть бюджетная серия, которая стоит не 110 или сколько там гривен, ну, это, еловичина, а стоит 50 гривен. И вот он мне написал, что вот я купил, я вот прочитал, настроение испорчено. Я ему, что это, что качество там, что-то тра-та-та, -та, там мало мяса такое. Я ему объясняю, что есть корпорация Nestle, например, которая производит прекрасные там конфеты какие-то, питание там для детей. Но это и не мешает под маркой Пурина выпускать корм для собак. Если ты купил корм для собак, с чего ты решил, ну заплатил ты столько, как за корм для собак, с чего ты решил, что ты получишь еду для людей. Я ж потому вам и хотел дать вот эту серию, чтобы вы попробовали вот эту здорово с листиком зеленым. Потому что это премиум качество. Это вот та тушенка, как она должна быть. Не вот та, которая вынуждена, вы же поймите, производители вынуждены делают тушенку качества, но ну, такого, как они делают дешевого по 50 гривен. Потому что э, ну, у нас народ говорит, о, дорого, килограмм мяса стоит вот столько-то. Ну возьмите, ребята, я же не говорю, что вы ели тушенку каждый день. Поймите меня правильно. Это для тех, кто едет в поход, где-то в командировку. Куда ты с собой килограмм сырого мяса не возьмешь. Я рад, что у вас есть прекрасные жены, умнички, которые вам сырого мяса сделают вкусняшку. Но это дома, когда у вас есть возможность там порезать, там все пожарить, это все, и вы съели. Но куда-то взять с собой... Я вот там видел, мне присылают фотки с тушенкой, что купили, как бы по моему совету. И она в холодильнике лежит. Ребята, ее не надо в холодильнике держать. Она пастеризованная. Ну, то есть это смысл этой тушенки. Она хранится спокойно. Два года в любых условиях практически. И вы едете где-то в командировку. Вы знаете, что вы откроете. И вы, если поехали где-то на природу отдыхать, то вы понимаете, что вы съедите, и с вами будет все нормально. А вы не будете любоваться из елочек, там, сидя, блядь, со снятыми штанами от той тушенки, которую вы купили дешевку. Вот смысл для чего. Поэтому я, я благодарен тем, кто отписался. Сказал Андрюха, молодец, посоветовал, действительно вкусно. Так что вот такое вот. Еще раз. Здорово, ТМ, заходим, заказываем, не стесняемся. Хоть попробуйте, хоть пока еще. У, э, вы же поймите, что э, все хорошее быстро заканчивается. В том плане, в каком. Что производитель, вот это, э, старается, старается, делает хорошее качество, потом увидит, что народ как всегда, то вот, вот это ну и скажет, да ну вас нафиг, блин, затрат куча, расходов куча, будем делать, хотят они вот эту хреновую, будем делать хреновую, дешевую, там, бюджетный этот вариант и все. Поэтому пока есть возможность, пока у производителей есть еще такие ребята, которые делают нормальные, нормальный продукт, берите, покупайте. <avustica> так, что мы еще тут? Эй, да ссылочка на Телеграм. Да я ж сбрасывал, пацаны. Что, за это? Порох лучший президент, его рекламировать не нужно. Абсолютно согласен. Я, я еще еще раз вот к вам обращаюсь, ребята как на бога надейся но сам не плошай точно так на пороха надейся сам не плошай президент наш без нас и без нашей поддержки он ничего не может сделать поэтому мы каждый на своем месте должны сделать делать то что мы можем максимально вот и все он пишет андрюша тушеночка супер давно шесть таки шукав дякую все спасибо за отзыв ребята я просто вы не понимаете ко мне многие обращаются по рекламировать. Я вам сейчас, кстати, сегодня скину, чтобы вы понимали, что мне предлагают рекламировать. Сейчас, секунду. Сейчас, одну минуточку. Думаю, вам будет интересно, если у меня этот аккаунт тут добавлен. Не факт, что он добавлен. Если что, я тогда на словах перескажу вам сейчас. В общем, обращается ко мне агентство и говорит, Сейчас я вам пишу. Показываю сейчас, чтобы вы не думали, что какой-то ля-ля-ля. Так, чтобы не было видно его. Э, как его тут сделать? Сейчас я вот так сделаю. Секунду. сниму из экрана, редактировать. Сейчас. Вот так. Так. Так, вот я вам показываю. Сейчас тут ничего, крамолы нету. Так что вы видели. Очень смотрите, Андрей, добрый день, есть крупный заказ для вашего канала, интересует интеграция для рекламы политической партии. На данном этапе названия и прочие материалы не разглашаются. Необходим емкий рассказ о партии, эффективная агитация для подписчика, возможно отдельный эксклюзивный ролик. Партия украинская, мы понимаем, что это непростой заказ и полностью готовы обсудить ваши условия. Жду ответ, удачного дня. Сейчас я показываю вам сразу ответ. Ну, понимаете, во-первых, предложение... Так, сейчас показываю. Так, так сейчас, секундочку. Так, вот Так. Так, показываю свой ответ. Вот шоу. Блин, да ⁇ -мо Спасибо за предложение. Нет. Как блин, ничего не фокусируется. В общем, во-первых, ну вы понимаете, какую-то партию. То есть это эти дебилы, они считают, что Полтаве просто можно дать каких-то денег. Так нет, а хотя бы, понимаете, вот это еще... Напишите предложение, да, мы там тебе даем миллион долларов за рекламу. Тогда же не написано, ну сколько денег предложают, никакая партия, ничего. Вот эти, знаете, это школьники какие-то создали свое агентство, там я так понимаю. Потому что я, там они лица свои выложили, заходил на их сайт. И, то есть, ты, ты подумай, о чем я подумаю. Я им хотел написать, что я вас хочу послать, но пока не буду говорить, не могу раскрывать куда. Вы подумайте об этом, да? Так что такие дела, ребята. Я не рекламирую всякую туфту. Обращаются куча всего. Я рекламирую то, что считаю нужным, либо то, что я попробовал, то, что я считаю действительно моим зрителям будет интересно. Если я рекламирую букмекерскую контору, у нас еще народ дикий, народ не понимает разницы между букмекерской конторой, там, где делаются ставки на спорт, и там, где рулетка, вот казино. Казино это полное дурилово, потому что казино это чисто, ну якобы везение, да, там. Ну хотя все понимают, что казино, ну везение это когда рулетка вот есть живая, и там крутишь, шарик крутится, есть какой-то... В казино, в, в, таком, которое интернет, оно там за, запрограммирован выигрыш, там казино всегда выигрывает, но это, это понятно, это только дебилам непонятно, эти все три топора и вся остальная фигня. Вставки на спорт там есть главное, что ты если разбираешься в этой теме и понимаешь, что там какие шансы, какие там э, у футболистов там такой-то, там заболел основной, там ну вот если разбираешься, ты можешь предугадать. Даже в Советском Союзе были ставки на спорт, потому что было спорт лото, кто, не, кто помнит еще в СССР, был спорт прогноз, где отмечали там, что победит такая или такая команда, поэтому Ребята, но опять же, вы должны тоже иметь свой мозг и понимать, что если вы разбираетесь, вы в это играете. Если вы не разбираетесь, вы можете рискнуть просто так, ради интереса. Да? И поэтому вот фаворит вот этот вот, фаворит спорт, потому я их рекламирую. Потому что тут, ну я объясняю, что если есть, вы понимаете в этом, занимайтесь. Почему? Ну, если есть свободные деньги какие-то, почему не рискнуть и не выиграть? И, и, ну, все же разумно должно быть. Не надо ставить квартиру на это. Так. Что тут еще? Спрашивает. Так, всех, кто ждут чат-рулетку, чат-рулетки не будет. Чат-рулетка у нас по воскресеньям, я напоминаю. На основном канале э, в какое-то время будет, возможно, анонс. Так, что бы ты сказал, хотел сказать Петру Алексеевичу Порошенко, я так понимаю. Спасибо, хотел бы сказать. донаты со озвучкой будут. Будут донаты со озвучкой. Какие донаты? Ну, в смысле, коммен... я не пойму, что ты спрашиваешь. Я буду зачитывать комментарии с этого, с Приват 24. Но не, но не сегодня. Андрюха Ворскла еще не выслал. А что, вы думаете, у нас такой бадун, что мы могли ее выпить? Я не уверен, что там вообще уровень спал. Было такое половодье, что тут капец все позатапливало. Uh -huh. Uh -huh. Так, Андрей, передай привет Красногоровке. Привет, Красногоровка. Так, Ватка Рус вообще супер, подписывайтесь. Ну, видите, Полтава плохого не посоветует. Харьков, дороги суп, супер. Суммы Харьков клепают дорогу. Тушенка хорошая. Все, вот я рад. Я рад, что мне не стыдно за то, что я посоветовал. Так. Так, что-то мало вопросов. Ну что, если вопросов больше нет, то я пошел. Сколько уже у нас прямой эфир? А, только час. Ну, сегодня коротенький, ребята. Сегодня ответы на вопросы. Сегодня мы празднуем то, что у нас есть украинские спецслужбы, СБУ, совместно с другими службами, с МВД, что они могут делать дела, что они могут проводить операции. Я всегда говорил, ребята, ну, вот вообще, для чего, вот как вы думаете, для чего мы эти вот эти стримы? Вы не задумались вообще, для чего? Все там, ты хочешь там переубедить, если ты хочешь доказать, то ты делай вот так. Я ничего не хочу доказать. Россиянам это бесполезно. Тем, кто тут нормально и так все понимают. В 2014 году я столкнулся с тем, что как раз тогда был накал пропаганды российской, когда они кричали, что Україна страна 404, українці видуманий народ. Українська мова то є мова, якої немає. Все на Грушевський цю мову придумав, якимось чином навчив мільйони українців їй. І це мене дуже заділо. І я просто мої стріми, вони для того, щоб українці не відчували себе якимись другосортними. Я хочу, щоб ви перестали бути хохлами. До речі, ота фішка про те, що я вас дуже прошу. Не треба повторювати мем, який, я так розумію, росіяни саме розповсюдили. Що хахол це там з якоїсь мови це означає там дитя сонця, чи щось отаку якусь херню. Я вас дуже прошу. На якійсь мові може хол означає якийсь пеніс взагалі. Це взагалі немає ніякої різниці. Я, Головне, що для всіх хохол, це для росіян це на, назва українців це такі люди такі трошки дурачки, знаєте, в такому сенсі. Тому я хочу, щоб ми, нарешті, були українцями. Щоб не, ми не були народом, тому що мені народ теж не подобається слово. Бо народ це як поголов'я, Знаєте, от, наражали, ото народ. Я хочу, щоб ми були українцями, щоб ми були громадяни, щоб ми мали свою. Ну, як би, що ми розуміли, що ми нація? Взагалі мати націю свою це дуже, дуже круто і дуже дорого. Я то теж хочу, щоб ви це розуміли. Бути японцем, і розуміти, що ти японець. От ви просто задумайтесь. Це дуже круто. Всі вже інші, багато хто здався, багато які нації вони вже плюнули на це, пішли на цьому. Як з плином цього всього суспільства вони змішалися з іншими націями і втратили свою автентичність. У Українців ще є шанс бути українцями, тому що в нас дуже серйозний багаж е, нашої історичної, культурної, наші пісні, казки, мова, і ми ще можемо собі це дозволити. І я повторюю, знову ж таки: я хочу, щоб українці не думали, що ми якісь дурачки. Я отам дивлюсь, там друж... дружина має дивиться зараз серіал. Теж Зеленський зняв, він українською мовою. Але українська мова, знаєте, така... вона вчить не українській мові цей серіал, а він вчить суржику. Там люди ходять розгова... розговарюють на такому э, рускомукраїнському э, мо... язике. І ще Зеленський закадрово дає на російській мові ну там, тлумачення тих слів українських, які невідомі, з'являються. Він чомусь на російській дає роз'яснення, що це означає. Тобто, серіал створений для того, щоб з українців робити хохлів, які не вміють, не знають ні своєї мови, не вміють розмовляти і таке інше. Так от, я хочу, щоб ми всі відчували, що ми якісь ну, що ми нормальні люди. Що в нас що ми не просто так тут, щоб ми розуміли, що на нашій землі українській тут це колиска цивілізації. От що ви там мені не казали? Я просто це все відчував і тримав в руках, тому що в свій час я теж там і, і, і цікавився цими речами, і тут багато знахідок по всій Полтавській області, в тому числі. Тут у нас поселення, починаючи з кам'яного віку, і ще раніше. Тут у нас не ну, просто зароджувалася цивілізація. Тут на нашарування такі, там повністю всі. Тут нема такого, щоб там не було якогось періоду. Всі є. Так. Так, всі, там, що пишуть глімої стрім, я ще раз скажу, всіх банить. Я їм сказав, відмотайли назад. І все, і не буде ніяких проблем у вас. Трошки назад. І все буде в порядку, нічого не буде глімувати. І от стріми я роблю для українців. Щоб ми не відчували себе країною 404. Щоб, щоб, тому що це ж ви зараз вже подивилися мої стріми. Ви знаєте, що є карта Гіома Дебоплана, про мапа, де написано Україна. І так, можливо, не було. Росіянам дуже важливо, щоб був цар. Розумієте, цар, і от він сидів, і тоді це тоді є країна. Для Українців вона не потрібна була, ця країна. Ну, як ви не розумієте, у нас настільки тут плодородні землі, працьовитий народ. Я вам поясню чер черняхи, яких я теж вважаю наш, ну, нас їхніми нащадками. Вони торгували з Римською імперією, тому що тут знаходяться римські динарії, римські ну, там, гроші, там, все, що хочеш. Черепки, оці. тут виготовляли зерно, відправляли його в ці глиняних глечиках туди. на... На Рим і це не заважало нам бути без, без державності. Враховуючи знову ж таки, це місто Гелон, яке Бельск. Дуже вам рекомендую ознайомитися, якщо ви не знаєте. Там 40 кілометрів вал, 6 метрів висотою. 40 кілометрів. Ви представляєте, скільки треба було сил в той час? Так це ще за часів, це ще до Римської імперії було тут поселення. Про що ви кажете? Яка державність? У нас тут. Ще, оце ми вже, В стрім я сьогодні вже згадував наших хвальоних козаків, ряжених, я українською не люблю матюкатися оціх, з каремзіним в главі. Так от мені здається, що нам навмисно нав'язували, що ми, от, що ми якби починаємося тільки з козаків. Мене це дуже зачіпає. І от багато хто там ми козацького роду, нема переводу. Чого ж ви козацького роду нема переводу, у нас України ніяк немає. Я не, не розумію. Тому що не треба брати, що українці тільки, тільки от почалися з козаків. Українці почалися ще з кам'яного віку. Як хочете. Тому ми, я там вузькоглазий, там, як мені там пишуть, хоча мене дуже сліпить світло і ну, у мене нормальні очі, як я вважаю. Хоча, може, хто знає. Ми різні, це не має ніякого значення. Українці, ми в серці і в тому, як ми себе як ми живемо, як ми себе поводимо. І ну, ви оце повинні розуміти. Прізвище там не має ніякого значення, тому що в мене зараз російський Карпов, в мами в мене українське прізвище. Це теж, знаєте, це все неважливо абсолютно. Я ж кажу: хай буде хоч негр. Аби він був нормальною людиною, знав українську мову і розумів, що таке Україна. Так що так. так. Рекламуєш пороха. До чуди тут було про Пороха, я не розумію. Так, на кондишн донатим. им. Да? Не, пожалуйста, я не против. Мне не завадить, бо влитку вы скажете, а что так мало стримов? А я скажу, хлопцы, блин, так жарко, я не хочу стримов. Я хочу холодных пару девчат под Ой, не можно. Можно оказаться. И все. Так. Андрей, как ты относишься к россиянам, которые хотят эмигрировать в Украину? Авто Ростов спрашивает. Авто Ростов. К россиянам или к тебе конкретно? Я так понимаю, тебе на русском языке надо сказать, потому что вы все равно украинский не знаете. Ребята, я отношусь отрицательно. Потому что пока у вас было все хорошо, вы не хотели эмигрировать в Украину. Как только у вас Прижала, вы хотите иммигрировать к нам, чтобы нас тут, ну, работать вы не привыкли там особо. У вас там свои приколы, язык выучить не будет. Ну я это уже повторял, ребята. Ну, не, я не против адекватных людей в принципе, но повально, чтобы вот прямо я был счастлив от того, что вы все побежали и вспомнили, что у вас тут родственники, когда вы поняли, что там срака Почему в четырнадцатом году не сказали, что, блин, херня какая-то происходит? моя страна напала на Украину, убивает украинцев, оккупировала Крым, я поеду ее защищать, там стану гражданином Украины, чего вы не поехали, поехала там единицы. А сейчас вот когда у вас холодильник взял за яйца, так вы, блин, все решили, что надо ехать в Украину. Дома, ребята, наводите дома порядок у себя, у вас есть прекрасная страна, вам все завидуют, помните об этом главное. С Днепра на Полтаву, до речи, трассу активно будуют. В каком месте ее будуют? Вот там от поворота на Красноград до Краснограда это ж дорога жизни. Там жуть. Не знаю, последний раз, когда ездил, там был был капец полный. Сколько там орешей зебра уже? Ну на, арми на армию 340 тысяч. Я же показывал в начале стрима. Это как раз рассчитаться за Лилеку. Лилеку Объясняю за LEC. Проблема, я звонил производителю, почему до сих пор не отдал. Там его, во-первых, дорабатывают. Во-вторых, проблема ввести тепловизионные камеры. Вот они возят, там таможня, вся вот эта фигня. Не все так просто. Так. Что я, я сюда полез? А, я хотел посмотреть. Сколько бабла задонатили. Ну, сейчас мы посмотрим, есть от вас толк какой-то. Так, смотрим. Так, тут что-то не обновилось еще, я думаю. Не может же быть, чтобы вы ничего не задонатили. Ну, вот за стрим вы собрали 2000 гривен, ребята. Вот. Было 34, стало... Ну, было, в смысле, 340 было, Сейчас 342. Вот. Все, что все, что смогли. Как бы. Немного, но с миру по нитке. Да, ребята, слава богу, что у вас есть возможность, и вы помогаете. Допомога помога на Лелеку пишут. Так. Полтаве кто тут что скинул? Полтаве скинул 100 рублей человек. Вот за весь стрим. Спасибо большое огромное тебе, Андрей Олегович вот это единственный человек это что вы понимали, так что написал Полтаве на колорифер, ты охренел какой колорифер, колорифер это обогреватель на кондиционер надо хотя бы, еще издевается ржет, вот что вы понимали, наплыв донатов какой происходит так что тут на этой карточке ну и на этой тоже о, тут еще 20, на другую карточку 20 гривен. На климатизацию комнаты. О, красава. Почему нет оповещения о стриме в Телеграм? Вот тут затупил. Нет, тут виноват. Да, согласен. Виноват, я затупил скинуть Телеграм, потому что стрим начался неожиданно для меня. Опять же, вот эти проблемы с интернетом. Я пытался что-то тут решить, перегружал. В общем, все равно ни хрена не получилось. Поэтому, так, вот Сергей Олегович до Комментарий до Black Джек. А на шлюх? Как так? Только на блэкджек Не годится. Ну вы же не пишите только сейчас все на шлюх. Я, я потом налоговой буду объяснять, скажите, когда буду отчитываться. Что это, а что это у вас за перечисление? Что это такое? На каких таких шлюх? Какие любите вы меня подставить. Мало того, что приватбанк, <laughs> у меня же прикол, не знаю, рассказывал вам или нет. Я же не могу теперь посмотреть ваши платежи за прошлые месяцы. Потому что я э, подавал этот отчет же в налоговую, если вы не в курсе. Подал отчет, заплатил за прошлый год, там все. Я говорю, дайте мне распечатку. Ну, не распечатку, а просто в электронном виде. Я не говорю, да, сейчас через 10 минут скинем. Короче, проходит 40 минут нет от них ответа. Я им пишу, где выписка? Вы же сказали, сделайте. Блин, у, вас, у нас из-за вашего счета зависли все компьютеры, короче. У вас столько транзакций, ну вы же там по 20 гривен, по одной, там по 100. Представляете, сколько там транзакций? Вас, мы не можем, мы не можем файл сформировать. Это капец. Пришлось, говорю, ну скажите мне хоть по месяцам сколько. То есть просто огромное количество перечислений, я даже не могу его теперь никак открыть. Так. Моя прабабця, еще пережила Голодомор, казалось чтобы я відповідав тем, кто сказал, что я хохол. Шел хохол, насрал на пол, шел кацап зубами цап. Кстати, я вот не знаю почему, но я вот эту вот приказку, я знаю с 6 лет. Я не знаю, откуда я ее узнал, но я ее знаю с самого детства. То есть меня еще с детства готовили к вот этой самой русофобии, к ненависти. Так, Полтава, че ты меркував на тем, как развивать вата-шоу? Да, розвиток вата-шоу – это политическая партия. Это найкращий развиток. Если вы думаете, что я буду развивать вата-шоу в том направлении, что я тут буду в каких-то щепчиках сидеть, или там что як-то там я ну вата шоу сейчас оно достаточно в том виде в котором оно есть и для тех задач я там пытаюсь что-то там какие-то внедрять э, разнообразить да там но самое лучшее это развитие это политическую партию реальное влияние на э, Украину на украинизацию Украины на І працювати на користь Україні. Оце найголовніший розвиток, який міг би бути. Зараз от вата шоу, чи мені подобається, що ми між шуточками, такими якимись да, ми збираємо на армію, ми там щось допомагаємо. І так само ми можемо впливати на політику, на різні речі. Оце класно, це взагалі це дуже круто. Просто сидіть і там ха-ха-ха, там жопи там, зелененькі ну це все круто, але. Завдання ж не в цьому. Якщо тільки сподіватися там канал там, розвивати, там, щоб там було 100 мільйонів підписників. Ні, ну це як би так цікаво, але. Це так, розвиток для мене. Але ж ви ж розумієте. Я без України це ж не має сенсу. Так. Андрій, доброї ночі. Які ваше особисте відношення до Дмитра Яроша? Дмитро Ярош сподобався російським пропагандонам в певний час, тим, що вони ходили там і малювали для російської для росіян гарну картинку українських фашистів бендеровців. Вони там ходили зігій, кидали на Крещатику. Крещатику. І я ж кажу: повторюю, і буду повторювати. Я про Яроша, про правий сектор я взнав вперше від росіян. Я не в Україні тут узнав. Мені росіяни почали розказувати, що коли я спілкувався ще з ними тоді в Угрі в танків в 2014 році. Вони мені сказали, у вас же там Яраш, у вас правий сектор, у вас там убивають рускоязичних. І от я кажу: та який правий сектор, Я не чув ніколи. Вони ти що, Де, що ти вреш? У вас там така сила. Тобто, Яроша розкрутила російська пропаганда. Як, що вони казали? Я не кажу, що він погана людина, там, він дійсно там і воював, і все, ну тут нема питань. Але розвиток правого сектору, ось, саме оцю, ну якби частини, яка не ті, що воювали хлопці, дійсно бійці, ті, що воювали, і воюють до сих пір. А от там оце, що почало тут формуватися, що кожен гопник, який тут був, цепляли собі правий сектор, я пам'ятаю, навіть тут у нас їздили такі. Пацани нам наточили такі знаєш, і теж правий сектор, там а потім вони всі зникли якось хутко. І чому Ярош пішов з правого сектора, ну якби відрікся від нього? Тому що, тому що він не міг контролювати цю всю структуру. Вона так швидко почала розростатися саме через російську пропаганду. Пам'ятайте, він же ж по російській пропаганді він, начебто, чуть-чуть е, не переміг на... Точнее, точнейшее на выборах президента в 2014 році. Это наскільки сколько маразм. От Вот все, все, что я думаю. Так. Угу. Так. Привет, с Украинского Крыма. Витаю вас, крымчаны. Так. Что у нас тут еще? На Півдні Житомирщини знаходять монети з Херсонесу. Да, та знаходять все, що хочеш. І дельфінчиково їх знаходять. Все, що хочеш. Полтава тобі треба на радіо, село тебе не чує. Ну, в селі зараз вже теж є інтернет багатьох. Ну, а як ви хочете? Дід Андрій вітає рідне село. А сьогодні ми побалакаємо з нашими. Чарівними сусідами росіянами. І там, бля, я я, я, я хой, я все в рот, бля. Я. Да, оце ви так сприймаєте, що буде. Я в бабусі там офігеють, вони взагалі. Якщо таке трапиться в один день. Так, да, сьогодні, ребята, сьогодні СБУ респект. Это было, блин, такое шоу. Это было круто, эта конференция. Блин, я два раза пересмотрел. Молодцы, вообще. Молодцы. <как> глаза голубые. Не, у меня глаза зеленые, ребята. Нифига не голубые. И это не имеет значения абсолютно никакого. Просто приходите сегодня в час ночи девушка и все. Так. Андрей, на твою думку, когда прийде про российский уряд, без виз Да, да. Вы, вот смотрите, я же вам для чего Россию показываю. Вот это то, куда стремятся эти наши дебилы, короче, которые хотят в Россию. Ото будет ото будем ездить куда-то там, что-то там, какие-то кусок хлеба. Вот тут будут русские ходить. Причем не русские, которые тут русские, которые заваривают на русском языке. Вот у наши русские, русские знают лучше, чем типа носители. Они вот там на своем то московский диалект, то какой-то оренбургский. Они же даже русские не знают. Посмотрите на их орфографию. Это же без слез нельзя читать вот там вот эти все их написания. Москва доча, греча э, <с, <с, и все остальное. Но это жуть, это ж как будто бы каких-то вообще научили непонятно кому языку. Вообще, он им не родной этот русский, понимаете? У них они нормальные. Эрзя, Меря, Чудь, Мудь, вот а то ихние. Так, что там по поводу Бабченко? Ребята, кто только подошел и кто только в танке, Бабченко жив и здоров. Слава Богу. Слава СБУ, которая предотвратила, и молодцы, молодцы. Что тут сказать? Так. Я не понимаю, как модераторы нашей бани даже еще сообщение не появилось, уже э, выходит сообщение, уже написано забанено. Вообще модераторы сегодня работают. Кстати, вот спасибо нашим модераторам, которые модерируют Facebook, которые помогают мне на стримах. Вот люди, которые действительно что-то помогают делать. Не но это там не поймешу Так. Путин Сотона. Шо, на? Так, ну все, ребята. Стрим как-то сам по себе тихонько зачах, потому что вопросы вы не задаете. Или, может, модератор быстрее вас банит, что вы не успеваете залазить. Так, Полтава, ты в армии не служил, бо военкомовского пазика не влез, вот честно кажи. Не, не потому. Не потому. Так, что тут еще? Пукин мелкий бес. Какие-то бархатные яйца Чака Норриса. Так. Так, тоннами асфальт будует в Львове, так аж все закладают брукивкой. нарешті место расцветает. Не, ребята, я вас очень, ну включите мозг, пожалуйста, из родоеба особенно. Ну, ребята, ну оглянитесь вокруг, ну потихоньку делается, ну на все нужно время. Нам нужно еще, еще 4 года на просто движение в правильном направлении, ребята, ну все наладится, ну, ну просто поверьте мне, ну давайте выберем направление в сторону цивилизации, я, я не хочу, блин, к этим дебилам, к этим, ну они ж сядут просто на нашу, ну на эту, на нашу шею, ну это ну невозможно, ну сколько можно кормить этих, Москву и всю эту Россиюшку осваивать, нахрена не нам надо. Так. Так, все, ребята. Стрим сам по себе зачах. Это прекрасно. В общем, еще раз СБУ спасибо за их работу. Спасибо всем силовым структурам. Спасибо нашим воинам. Тех, кто нас бережет. Нашей армии. Тем, службовцам вообще, нормальным чиновникам, ну не чиновника, нормальным службовцам, которые нам, ну, помогают вообще всем, не тем, кто продажный, не тем, кто берут взятки, не тем, кто сегодня меня остановили на машине и требовали, чтобы я им показал. Вот, кстати, хороший вопрос. Короче, вот этот мой ёпель, он зарегистрирован как, ну, он категория Б, но зарегистрирован как вантажный. И сегодня меня тормознули, ну там формальная причина, на что у меня не горит левый стоп, хотя я ехал с прицепом и на стопе у меня все, ну на прицепе у меня все горит, на, на этом действительно не горел. Требовали страховку, но я говорю, что было ДТП, зачем вам моя страховка, но все равно потом показал, чтобы не это. И они с меня требовали технический контроль, такой козырь типа. Ну вот, а теперь покажи мне технический контроль. Вот и все, типа, и тогда поедешь. Думал, ну все, с, с козырей зашел. И я вспоминаю, что мне год назад товарищ прибежал, тогда говорит, блин, тут капец, гаишники всех шманают, требуют технический контроль. Я говорю, что за технический контроль? Ну это типа осмотра, но только для тех, кто, э, у кого типа грузовая машина, там тра-ля-ля. Ну в законе как-то мутно написано, непонятно. Вроде написано только для тех, кто осуществляет коммерческую деятельность на автомобилях, а вроде как для всех, у кого грузовая. У меня как бы она вроде бы Б категории, но грузовая. Ну короче, я чтобы не морочиться, я пошел, сделал, поехал сделал этот техконтроль. Он на два года действует. Я вспоминаю сейчас, что он у меня, оказывается, есть. Я такой, эту бумажку, она, знаете, ни разу не разворачивалась. Вообще за этот год я думал бесплатно. Заплатил деньги за этот те контроль. Я, я ему показываю. И тут у него аж, аж так сердце опустилось. И он такой говорит, да блин, еще год целый будет действовать такой вообще. И ушел вот так. Махнул рукой, даже не попрощался. Ну искали просто до чего придолбаться. Знаете, э, ненависть к нашим вот этим МВД будет до тех пор, пока они будут вести себя вот, вот так вот. Я, я просто, ну, меня знаете, что бесит? Просто, ну, если бы действительно э, там остановили, я там, ну, было видно, что или пьян, или что-то там выделался на дороге, или что ну, какие-то... Нахрена вы меня вообще останавливали? Вот, ну, нахрена вы меня останавливали? То, что у меня стоп не горит, ну, у меня сзади горит все, я специально потом проверил, все горит, все нормально. Нахрена? Просто пристебаться, штраф выписать или взятку взять, нахрена? Я работаю, я зарабатываю деньги и оплачиваю вашу зарплату вот таких как вы нахрена мне что вы меня отвлекали от этого дела нахрена я буду меньше зарабатывать буду меньше будет у вас меньше будет зарплата. нахрена вы не помогаете гражданам вы только просто вот их задрачиваете ищите каких-то где-то там поймает там что-то я вот там еще займусь разоню вот это ваша кодло которое вы устроили вот там на макдональдсе Потому что вот ваша зеленая стрелочка любимая сейчас Полтача не знают. У нас Макдональдс на трассе Киев-Харьков, и вот там есть два светофора. На одном есть зеленая стрелочка, а перед ним светофор, который никто никогда не видит, на нем нет стрелочки. И народ на Макдональдс поворачивает, но не видит. И получается, проезд на красный, они становятся прямо на парковке, у них там такое место классное, либо возле отеля с другой стороны, либо тут возле Макдональдса. Ну, это все фотографируют, останавливают. Ну, а там уже по-любому классно. Понимаете, проезд на красный. Это ж сколько можно бабла срубить. Потом или, или кто-то там длинный перекресток, они кто-то там проскакивает на мигающий малиновый цвет, они за ним летят, догоняют за перекрестком. Тоже там уже аж место выезжено такое, где они останавливают. Они там останавливают, дрюкают. Ну, короче, такое у них Козырное любимое место. Вот это вот надо разогнать, это блядство. Потому что если вы должны патрулировать, то патрулируйте. Потому что в тех местах, где вечно аварии, там вас нихера нету никогда. Поэтому, потому что я в прошлый раз вас похвалил, а сейчас вас хочется поругать. Потому что вот это место, оно еще хрен знает, с каких времен там. Вы прекрасно знаете. Это золотое ваше любимое место. Все там пасутся. Надо там сесть будет с камерой, вас наснимать всех. Как вы быстро отпускаете, что происходит. Вот такой вот. Так что готовьтесь. И кто хочет помочь, ребята, кстати, если есть случаи, или вас разводили на деньги, или есть видеозаписи, вот именно с этого места меня интересует, вот именно возле Макдональдса там, или случаи, как вас тормознули, чем это закончилось, просто для меня напишите. Надо, чтобы полиции было больше свободного времени заниматься другими районами Полтавы, области, там, патрулировать, а не сидеть там зарабатывать. Андрій, ты задумался про написание книги про свою волонтерскую деятельность? Чинный звезда, ребята. Не, я слишком пока начинающий волонтер, там у людей миллиарды прошли уже через волонтерские организации. Пусть они пишут книги. Про что там книгу? Моя книга вот там, отчеты в налоговую. Это вся моя книга. Так. Так, ну все. Ребята, в общем, все, спасибо всем, кто пришел. Бы я уже был попрощался и опять вот это начал за этих непонятно за кого. Все, всем удачи, до новых встреч. До воскресенья, я так думаю. Воскресенье у нас будет ватка ваша любимая. Ориентировочно где-то там часов около 7. Ну, следите за анонсами, если он будет. Все, всем удачи, пока. Mm -hmm. Да, кстати, блин, что вечно не попадаю. Вот, карточка помощи на кондиционер. Кто хочет, ну или на армии 9006, вы уже все должны знать.